Позади тебя! Офигеть! Один череп со скорпионом сражается. Я бы сразу тебя прикончил. Давай вот это. Офигенный, смотри какой он. Это из мультика. Вот же жесть, что происходит? Я вообще такого не помню, чуваки. Офигеть, просто идите на... Всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV. Смотрите, какой я надел костюм на Человека-паука. И вы только взгляните на его вот эти вот пальцы. Почему они такие кривые? Что с ними? Господи, ты посмотри на это. Короче, мы продолжаем с вами проходить Человека-паука. У меня здесь, по-моему, последняя база. Может быть, не последняя, не знаю. Только это база этих балбесов. Блин, ну костюм просто топ. Ты посмотри на него. Ух. Какой? Так, у нас тут задание, в общем, надо идеально уклониться 10 раз и применить 15 добивающих приемов. Окей, поехали, уничтожать по одному их. Погнали. Так, чуваки, здорово. Есть что уклониться? Давай. Давай, окей, бей. Идеально, раз уклонился. Отлично. Два. Мне надо 15 раз идеально уклониться. 15, ну все, поехали. Теперь добивающие приемы. 15 раз. Да, 12. Ой, 2, вернее, сделал. Так, поехали этого. Добиваем этого. Добиваем уже 4, смотри. Нормас. Так, ну мне ХП надо прокачать, конечно. Так. Ага, хотел меня ударить, но не вышло. Еще разочек. И последний раз, походу, чуваки осталось. Ой-ой-ой, тихо. Тихо. Так, давай этого. Человек-паук, у меня сообщение о выстрелах. Все, последнее. Да, все, но теперь просто разносим их и все, чуваки. Так, держать и дальше. Хорошо. Давай. Тем более, что кроме меня, они ни в кого и не стреляют. Сейчас похилимся, короче, по-моему, здоровье себе ХП сделаем. Эй, кто там? О, боже, как я нарвался. Все, база бандитов зачищена. Офигенно, и задание выполнил. Получается, все, что там у меня были, квесты. Все заключенные связаны. И база почистил. Нормас. Спасибо. Мы бы не взяли их без колоссального ущерба. За 5 минут где-то уложился. Надеюсь, неплохо. Местные тебе благодарны. Так, 3 жетона, да, я забираю. Хорошие новости. Задержанные беглецы говорят, что они перестали строить укрепления. И кто их вразумил? Ты. Они решили, что в укреплениях их проще найти. Они теперь снова в бегах, маленькими группами. Ловить их по одному дольше, зато это безопаснее. Особенно для жителей. Точно. Прекрасно. Так, точно приказ. О, и у нас задание как раз впереди. Отлично, там какой-то дым фигачит. Блин, вот же гады. Вы нападаете на меня, чтобы сойти за невменяемых, что ли? Вы что, вообще с ума сошли? Так, давай, давай. Ну, боже, нажимай на F, он не нажимает. Все, последнее, да, и хилимся. Фух, все, и летим на задание. Я не знаю, что у нас за задание там, чуваки, но здесь сейчас узнаем. Блин, там что-то еще, смотри. Что, завалим их, нет? Давай, цепляйся, паук. Что, не за что цепляться было? Снайперы, понял. Засада! На меня? О, право, не стоило! Сюда лети. Ха. Офигеть! Они со всех сторон просто жесть. Давай, блин, вырубаем. Так, а что надо? Совершенно бежим... А, столкнуться с крышей врагов, понял. Если ты так хочешь, я пристрелю тебя в воздухе. Столкнул. Так, хилиться надо, хилиться, чуваки. Что-то с хилом совсем у меня все плохо. Сталкивай. Сюда. Добиваю. Пока. Соверши 4 бесшумных нокаута. Но это уже не проканает. Я уже никак не совершу. Я уже... Ого. Блин! Да, там соболята, там эти. Я вообще не понимаю, что делать. Агенты Соболя! Вот кого я как раз не хотел видеть. Боже, как же их много! Со всех сторон простреляй! Я не знаю, что творится, чуваки, вообще.
вы жалуетесь? Отлично. Я вообще уже все костяшки о вашу броню отбил. Так, где еще каких снайперов мне надо поснимать? Ага, вот. Так, бесшумно, ага. Вот тут можно попробовать. Бесшумно. Так, а куда выстрелить-то, а? Нет, туда не получится. Так, надо взять попробовать паутину. Давай, сюда встань. Смотри, вот этого безопасно, нет? Опасно, видишь? Ага, ну вообще пофигу, прикинь. Мне необходим отдых. Ну ладно, одного хотя бы вырубил. Так, это что, последний что ли был? А, да, блин, это последнее было. Прикинь, только два жетона мне дали. Ну ладно, пофигу на эти жетоны. Поехали. Скорпион, короче, заразил. Давайте смотреть. Я наемником в костюме скорпиона. Где бы я... Позади тебя! Офигеть! Один череп со скорпионом сражается. Я бы сразу тебя прикончил, но мне платит Октавиус. И он хочет тебя помучить. И я не против. Ну давай. Черт! Что он мне вколол? Вау. Галлюциногенный какой-то это яд, наверное. Нас глючит. О, это... Это что? Море яда? Нас глючит. Это не по-настоящему. Это действие яда. Но рисковать нельзя. Надо забраться повыше и разобраться, чем он меня отравил. А чё, как я должен? Он не цепляется, если... Вот сейчас зацепился. Да, он нас отравил, походу, прикинь, нас глючит. Давай. Тут вроде безопасно. Ага. Надо исследовать нейротоксин и создать противоядие. Так, анализ. Ну давай, обнаружено неизвестное вещество. Генерация спектрограммы. Скорпион расширил ассортимент. Ух, нифига себе тут. Что-то складывается. Да, есть, собрал. Спектр найден. Отлично. Блин, очень сложная была формула. Но... Галлюциногенный нейротоксин. Мозг создает кошмары, а тело думает, что это взаправду. Ага. Надо быстро сделать противоядие. Так, ну окей, давайте костюмчик посмотрим, что у нас есть новое. Вау, костюм «Последний рывок». Неукротимый гнев, противники в том числе сочетал. Не, я хочу вот такое, смотри. Ха-ха, костюм «Ретрокомикс». Оскорбление ваших врагов, вау. Давай вот это. Офигенный, смотри какой он. Это из мультика. Начнем. Костюм из мультика, стероида. Реально. К примеру, подойдет экстракт белой эклипты. Тут рядом оранжерея университета. Там есть эклипта. Эй, что ты не цепляешься, чел? Так, куда нам надо? Какая-то оранжерея, он говорит. Оранжерея, оранжерея. Сейчас пойдем. Блин, костюм топ. Костюм топ, реально. Смотри, мне кажется, или яда становится все выше и выше. Вот и оранжерея. Теплица. Должна быть эклипта белая. Давай. Вот оно. О, нет, нет, нет. А лук? Может и так, и эдак. Док? Чего? Офигеть, нас глючит. Смотри, какие галлюцинации. Галлюцинации становятся сильнее, но ты справишься. Жесть. Док, вы как-то... Как у меня было до подключения к нейроинтерфейсу. Я всегда был одержим. Интерфейс лишь позволил мне эту одержимость реализовать. Я разберусь. Помогу. Как-нибудь. Ой, Питер. Вечно ты берешь ответственность на себя, даже если надежды нет. Знаешь, твой неистребимый оптимизм много... Вот и белая эклипта. О, блин, я его не выслушал. Ну ладно, фиг его знает, я не знал. Все? Может мне на какое-то время. Нас отпускает. Но для антидота мне нужен антитоксин. На одной из станций Гарри
сделали синтетический атропин. Мне надо скорее туда. Давай, поехали. Блин, такие глюки и паук еще. Так. Да блин, цепляйся! Ну ты чучу! Гигантские скорпионьи хвосты. Да он не ползет наверх, чуваки. Спасибо, мозг. Он не ползет наверх. Я не понимаю, что случилось. Он не ползет тупо наверх. Поможет мне на какое-то время. То ли глючит управление, то ли так забагало. Мне нужен антитоксин. На одной из станций Гарри делали синтетический атропин. Ладно. Мне надо скорее туда. А, вот почему, ясно. Спасибо, мозг. Как ты, паук? Чувствуешь, как конечности холодеют от ужаса. Скорпион? Как ты узнал мой номер? Вечно ты задаешь не те вопросы. Как я тебе звоню? А звоню ли я тебе? Ага. Возможно, я лишь бред твоего умирающего мозга. Когда да иди ты нафиг. Выведу из себя этот яд, ты у меня получишь, мозг. Букашка разошлась не на шутку. Удачи в погоне за розовыми слонами. Так, ладно. Блин, короче, нас это глючит. Это все не за правду. Даже думать не хочу, чтобы на это сказал Фрейд. Давай, 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 летим. Да иди ты нафиг, вонючий хвост. Мне нужен атропин. Надо попасть внутрь. Атропин нашел. Опять. Атропина нет. Да нет, опять глюк, опять глюк. Сейчас мы найдем его. Опять. Ой, жесть. Ты опоздал, как и в случае со мной. Вы не такой, док! О нет, это и есть я. Тот так, я, смешно, которого общество зашло неудобным. Та часть меня, которую я подавлял. Но ты помог мне избавиться от оков. Пройдите. Что это? Боже. Что за глюки? Простите. Я вам помогу. Клянусь. Хватит себя обманывать! Ты никому не помогаешь! Ты сам отрава! Ты губишь всех вокруг! О боже! Док, успокойся! Не убегайте от меня! Дайте мне шанс! Мне от тебя ничего не нужно! Жесть! Ты неудачник в жизни! В любви, в работе. Ты несешь только боль! Так, нажмите нет! Так. Поехали. Стойте! Я не отступлюсь! Куда мне ползти? Поговорите со мной! Я могу помочь! Хочешь обойтись со мной, как с остальными? Запереть в клетке? Лишить меня воздуха? Вот он, атропин! Все, да, давай, паук, должно получиться! Ну все, хватит уже, сколько может мне глючить? У меня есть. Теперь надо изготовить антидот. Нужно вернуться в лабораторию. Ты все еще правый? И почти исцелен. Простите, что сорвал вам план. О, не волнуйся, паучья башка. Это пара суперпризов. Мы очень скоро увидимся вновь. Обязательно. Вот же жесть, что происходит? Я вообще такого не помню, чуваки. Офигеть просто! Идите нафиг, огромные хвосты! Просто жесть! Ух, поворачиваемся! А чуметь их все больше! Прыгаем! Лучандр! Мы здесь. Добрался. Лаборатория. Чудом. Давай. Но время на исходе. Надо смешать антидот. Ну так иди быстрей! Че ты так медленно идешь? Да, опять. Нет. Нет, паук. Ты на моей территории. Боже. Ты такой же, как Осман. Хочешь украсть мои труды? Все, что будет дальше на твоей совести.
Ты думал, я про тебя забыл? Скорпион? Ты хоть настоящий? Ну, сейчас узнаешь. Так, оглушите Скорпиона. Гаджет! Да, боже, я улетел вниз, я понял. Так, оглушите Скорпиона. Что-то очень много факапов. Так, а чем оглушить его можно? Скорпион, ты хоть настоящий? Электропутина? Вот мой момент. Да. Так, минус. Галлюцинация. Хорошо, хоть на сей раз довольно хилая. Ага, нам туда. Ясно, полетели. Так, а что делать теперь? Боже. Все не так просто. Да куда проще? Ты просто яд, который хочет меня отвлечь. Ну давай. Пытаться бить его нет смысла. Один есть. Понял. Где? Ты неудачник. И всегда только... Готов. Отлично. Ну что, давай, Скорп. Надо вдарить по нему, когда он не подвижен. Вот так. Еще немного. Ух, яд. Где? Кто? Из тебя всем вокруг жилось бы лучше, и ты это знаешь. Мне нужно сосредоточиться на деле. Давай, валим. Трудно попасть в движение. Еще один есть. Отлично. Делимся. Сколько у вас тут? Одни страдания. Давай. Это как с троллями. Одного забанишь, и еще один вылезет. Да, точно. На ютубчике. Подожди, пока он остановится. Ух, так, того. Могу завалить. Остался один. Йон. Держи. Все? Надеюсь, это последний. Я еле стою на ногах. Вот она, центрифуга. Где она? Я не вижу ее, паук. Нам еще что-то собрать надо будет. Время на исходе. Давай, быстрей. Так, сейчас еще надо. Сработало. Боже. А где мой костюм? Я слегка переборщил с обеззараживанием. Что это? Надо бы одеться. Другое дело. Сделаем вид, что ничего этого не было. Фух. Так, ну все, нам надо, видимо, свалить отсюда. Подожди, у нас тут какие-то задания есть? Может, мне сразу повыполнять, пока я тут? А, да, два задания. Сейчас я их быстро выполню тогда, чуваки. Все? Я все прошу. Да, все пройдены, смотри, все завершил, отлично. Так, и еще... Что сделал? Нет, выйди. И еще у нас где-то тут что-то было. А это что? Паркер, ты все слушаешь, да? Все наблюдаешь, запоминаешь, воруешь. Кому ты рассказал о нейронном интерфейсе, о моей работе? Что ж, хватит с меня, Паркер. Я верил тебе. Но ты не почитал мой гений. Что ты сделал вместо этого? Захотел закопать его? Нашел во мне дефекты? Нет никаких дефектов! Это красота во плоти. Идеальное устройство для расширения разума. Мысль, воплощенная руками гения. И теперь у меня осталось только одно желание. Я должен разорвать в клочья репутацию Нормана. И я исполню это желание. Блин, док, вы с ума сошли. Паркер говорит, что интерфейс опасен. Но он же еще мальчишка. Он сам еще ничего не создал. Думает, что можно сделать что-то, не испачкав руки. Люди умирали, сражаясь за мир. Умирали, чтобы добраться до Луны. Каждый прорыв требует крови. А этот прорыв... Он избавит нас от проклятого Нормана. Это стоит литров пролитой крови. Я этого не допущу, док. Да не говори, вообще Паркер был бесноч. Он планировал все это у меня под носом. Может, это была просто идея, а потом интерфейс свел его с ума? Нафиг нужен ему этот Норман Осборн, господи. Он обостряет гнев дока. Возможно, от этого он уже не оправится. Вот смысл спасать этого Нормана? Я не понимаю, Паркер. Почему нам не дают свободу действий? Я вот, может, не хочу его вообще спасать, этого Нормана. Так, ладно, и вот здесь еще, по-моему, ребята, у нас какие-то там задания тоже. Сейчас я их быстро чу-чу-чу пройду. Да, два задания по фигни какой-то. Все! Я, короче, все сделал. Все, тут все закончено. Ладно, уходим отсюда, пошли смотреть, поймали мы Скорпиона или нет.
О, катсцена, по-моему. А, нет, все пройдено, что ли? Ух, в голове туман. Надо развеяться, чтобы остаток яда выветрился из организма перед следующей дракой. 46-й левел. Прошвырнусь по городу. Так, следующий город. Короче, все задание получается сделано, что ли? А что за задание там? Угу. Ладно, давай зайдем навыки, что-нибудь прокачаем. О, у нас последнее. Кью зажимать и ракеты можно бросать. Все, я все прокачал, прикинь, на все. И костюмчик новый. А, нет, костюмчика нету.